1962 году были повышены закупочные цены на продукцию животноводства и, соответственно, розничные цены на мясо, масло и молоко. Цены были подняты в среднем на 30%. Масло подорожало на 35%, говядина, главное мясо, подорожало на 31% и стало стоить 2 рубля вместо рубля 50. До той поры в послевоенном СССР цены, по крайней мере номинально, только снижались. Сообщалось, что эти меры направлены на подъем сельскохозяйственного производства. Суть социалистической индустриализации в колоссальных масштабах изъятия ресурсов из деревень и направлении их в тяжелую промышленность. Именно это обеспечивало высокие темпы экономического роста 30-х-50-х. Но за все приходится платить. В частности, за это разоренный, находящийся в хроническом кризисе деревни. К концу 50-х то, что из деревни больше ничего не выжмешь, больше того, туда надо направлять ресурсы, и что ресурсы эти будут использованы с низкой эффективностью, становилось все более очевидно. Первая реакция столкнувшихся с проблемой советских властей – резкое повышение цен на продукты питания. Впервые с 1947 года.